Ожерелье из барочного натурального жемчуга Афродита. Ожерелье длиной 1,20 м. Такая длинная нитка из достаточно крупных жемчужин. Все жемчужины разной формы. Барочный жемчуг у многих ассоциируется со словом барокко. Ну, какая-то связь с этим есть. Стиль барокко – это, да, необычный, вычурный. И действительно, все жемчужины в этом ожерелье и вообще все жемчужины барочного жемчуга, они все необычные, неправильные такой природной формы. Барочный жемчуг преимущественно пресноводный, добывается в пресной воде. А идеально круглая форма жемчуга присуща океаническим и морским жемчужинам. Пресноводный жемчуг, он искусственно выращенный, но это не значит, что он не натуральный. Это натуральный жемчуг, который точно так же производится в раковине жемчужина, то есть выращивается, да, в жемчужине, в воде на специальных фермах. Жемчуг очень красивый, легкий, с таким перламутрово-розоватым, кремоватым цветом. Вот. И он у нас идет в комплекте вот с такой вот застежкой. Сейчас я вам продемонстрирую, как этот жемчуг можно носить. Поскольку нитка длинная, как я уже говорила, да, она, посмотрите, 1,20 м общая длина нити, то есть пополам сложенном варианте это 60 сантиметров, то у нас с вами есть очень много вариантов ношения этого жемчуга. Ну, естественно, обычный совершенно вариант, когда вы просто одеваете. Далее жемчуг можно завязать узлом. Жемчуг собран на прочную нить. Между жемчужинками сделаны узелки. Это классический вид вязания жемчуга, дает нам возможность, мы имеем мягкую нитку, можно завязывать ее на узел, вот так эффектно будет смотреться. И если вдруг в процессе носки у вас ожерелье порвется, так как между каждой жемчужиной узелок, оно не рассыпется, он просто порвется, и все жемчужинки останутся при вас. И еще очень важно, когда жемчуг завязан через узелок, это говорит о том, что у нас при носке жемчужинки не будут тереться друг об друга, да, потому что между ними узелки, и жемчуг он не будет портиться и стачиваться из-за носки. Так, следующий вариант, который мы с вами можем сделать, это, соответственно, надеть через голову, да, и носить как две нити, вот так. Ну, или такой же тоже классический вариант, вот так. И дальше самое интересное. У нас есть вот такой замочек в комплекте, который вот так раскрывается, защелкивается, да, и он нам дает возможность разных интересных вариантов тоже ношения нашего жемчуга. Значит, первый вариант. Мы продеваем замочек в нитку, да, одеваем вот так и тоже носим как две нитки. Вот, видите, ровные, они у нас никуда не будут разъезжаться, расползаться, вот так вот две нитки. Далее мы можем перевернуть, и если у вас есть какой-то красивый кулон, вы можете одеть его сюда, вот на этот замок, вот так кулон, и у вас будут две нитки жемчуга с красивым каким-нибудь кулоном. Ну, в общем-то, что мне кажется, тоже актуально и летом, и зимой. И жемчуг – это универсальный минерал, он идет, подходит и блондинкам, и брюнеткам, и под разные стили. И можно носить его и как нарядное украшение каждый день. Дальше поиграем с нашим замочком. Мы можем также завязать нитку на узел, да, уже в двойном варианте мы ее завязываем на узел. Одеваем этот узел и также застегиваем на нашу модную застежку, интересную такую, да. Что нам это дает? Нам дает вот такое короткое украшение, вот есть с узлом, да, мы можем его как-то и асимметрично надеть, тоже очень красиво. Можно сочетать, например, этот жемчуг с платком. То же самое, вот, например, вот сюда продеть платок, и таким образом вы удлините общую длину нитки и будете носить его как-то еще и по-другому. И также длина этого ожерелья позволяет нам носить его и как браслет. То есть мы можем вот так намотать его на руку, и у вас получится вот такой вот шикарный браслет, который будет сочетаться с вашими другими бусами или украшениями жемчуга, с любыми серьгами жемчуга, с кольцами. То есть это вот такое универсальное украшение, которое
можно и в подарок кому-нибудь купить, и самой носить, и, в общем, днем и ночью, летом и зимой. Вот такое жемчужное ожерелье Афродита, длиной 1,20 м, из натурального пресноводного жемчуга.